Всем привет! Сегодня я расскажу о таком интересном месте. Через него почти каждая экскурсия на Русалим проходит. Это ресторан Элвис. Ну, это в честь Элвиса Пресли. Находится на въезде в такую ну, деревню, город, что-то среднее Абу Абугош. Довольно, говорят, богатая деревня. Ну, кроме этого Элвиса тут две достопримечательности. Это мечеть Рамзана Кадырова, и не то, что достопримечательность, это тут делается самый такой крутой хумус. То есть, если говорят, что хумус из Абу-Гоша это типа как Мерседес в мире хумусов. Этот ресторан создал большой поклонник Элвиса Пресли. Судя по экспонатам, тут не просто большой, тут конкретно такой гигант. И очень интересная история создания этого ресторанчика. Когда еще совсем молодой Элвис Пресли, вообще неизвестный, приехал в Израиль познакомиться со своими корнями, а его семейство родом из Амстердама, он вот познакомился с этим человеком. Это было в 50-е годы. Тогда Элвис еще очень хорошо играл в шахматы. И говорят, что если бы он не стал великим музыкантом, он бы стал великим шахматистом. Так вот, этот э, чувак научил его играть на гитаре. Э, так вот, э, еще при жизни Элвиса он подписал с этим молодым кибусником какой-то договор, который не разглашается. И согласия Элвиса. Этот э, чувак открыл вот этот ресторан. И тут э, время от времени собираются такие местные элвисы, повернутые на этом деле, типа как такой домашний фестивальчик. Что они тут делают, непонятно. Ну, явно там не в шахматы играют. Не знаю, может долбятся, может музыку слушают или даже исполняют. В этом ресторанчике это как такая перевалочная база этих экскурсий. Можно там кофейку попить, что-то перекусить. Можно даже там свое перекусить снаружи, там скамеечки. И такая фишка, что они заказали кучу чашек с изображением Элвиса. там, Ну такие туристические чашки. 25 шекелей, там 6-7 евро. Что-то такое. В принципе, обычная цена. Возможно, туристическая фирма какой-то процент от продажи имеет, что типа за то, что туристов им привозят. Смысла сюда приезжать я не вижу, если честно.